На сегодня посевные работы в Чувашии выполнены на 72% от плана. Крестьянское фермерские хозяйства и сельхозорганизации завершают подкормку, барнование посевов и культивацию зяби. Среди передовиков, как обычно, Комсомольский, Батыревский и Вурнарский районы. А наша съемочная группа выехала в Яльчинский район, чтобы воочию увидеть новый посевной комплекс. «Весенний день кормит» – избитая фраза, но для каждого сельчанина она руководство к действию. В хозяйстве «Прогресс» Яльчинского района, чтобы сократить время на посев и в краткие сроки выполнить большой объем работ, приобрели новый трактор и широко захватный посевной комплекс. Такую технику удалось купить благодаря инвестиционному кредиту в 15,5 миллионов рублей. Агрегат, как сеет на пастерне, облегчает труд сельчанина. Так он минимально разрушает структуру почвы, предотвращает эрозию и снижает потерю влаги. Ширина рабочего захвата 11,5 метров, и это значительно увеличивает производительность. Специалисты отмечают, что основное преимущество такого комплекса – это равномерность и качество получаемых всходов, гарантирующих высокий урожай. Барнование закончили, культивацию тоже успеваем. Так, посеять осталось немного. На этой неделе, наверное, в бригаде завершим. Надо посеять общую площадь 500 гектаров. В хозяйствах республики уже начали посадку картофеля, свеклы, рапса, горчицы и многолетних трав. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика.